И всех приветствую себя на канале. Сегодня мы продолжаем играть Гибойс. Так, в той серии мы... они тут какое-то краткое повествование рассказывали. Сейчас будем смотреть, что тут у нас есть. Шкаф, растения, жалюзи, дипломы, письменный стол, кити, сейф, дверь. Ладно, на шкаф. Надо смотреть, что здесь у нас. I'll take a look, but я взгляну на попозже, ясно. Nothing in there. Здесь ничего. Так, а что это? That's my file cabinet. Это мой шкаф, картотека. Давайте называть меня старомодным. Так, что дальше? Она с базом. Так, сначала метку. А, метки. А, у него есть какая-то метка же еще, точно. Who even still uses file cabinets, кто вообще пользуется картотекой в наше время? Just, don't drop it on просто my не урони cabinets. Мне эту хрень на ноги, ясно. Вау, у тебя голос какой-то жуткий. И еще ты говорил несколько раз. Я никогда не отмечал это. Актерским талантом. Предполагаю, это были какие-то там такие. Well, you can типа он всякую бесячину слышит. Офигенно. But I'm not complaining. All right. Я не жалуюсь. Ладно, минутку, я гляну этому мужику. Барна была. Ну, типа, взгляну на мужика. Ты можешь сейчас? Let's see here. Так, так. Наверное. И где это нас на Б? А, Барнабас. Угу. Одна дочь. Пис. Так, что у нас здесь? Так. Неизвестно. Охотник за злом. Известное преступление, неясно. Так, вандализм. Ну, тут, наверное, про него текущее состояние неизвестно. Так. В официальном подтверждении лишь двое. Сам Бусар и его дочь Пис. Ясно, у него есть какая-то дочь. Ясно. А что здесь? А, это он. А, ну здесь английский, английский. Ясно. Короче, толком ничего. И здесь. Ну, наверное, мне только надо было взглянуть на одного. Картотеки. Базинский, Базинский, думаю, я нарыл кое-что по поводу. Так, не верю, что Барнабас так пытался тебе путь в жизни. По-английски мир, его дочь как зовут Пис. Хорошо. Типа, пробить ее. Ну, типа, поищи про нее что-нибудь. Так. Не мог бы ты, ну, типа... Понял. Кажется, нарыл. Я нашел блог Пис Бусары. А это ее блог точно? О, her blog. Right. Точно. What is that? Ну что, последняя запись довольно загадочная, но просто написана «Земля за лесом» и куча всякого. Окей, это точно должен быть координаты местоположения, сейчас пробью. Ищет. Офигенно, это прямо как в фильмах. И я был прав. Она в... Форум Марис, Трансильвания, Румыния. Well, well. Так, так, эй, есть идея. Like.
так, придумаем посетить родину предков, мистер Кэрвин. Ты шутишь, что ли? Больше всего. Но у меня не гроша, и... Не беспокойся об этом. Барнабас хорошо заплатил. Я хочу довести это дело до конца. Здорово. Рад побывать в Румынии. Так, что-нибудь удалось? Так, во время поездки в Фишм, что надо изучить подробно. Так, как освобожусь? Пока еще есть пара вещей. Found anything worth examining on your trip to Fishmouth? Так. Вообще-то да. Барнабас узнал это знак Ольштейна. Он, очевидно, оставил его нарочно. Вот он. Посмотрите. Так. Андрей, здесь много чего знаками. Обитель Фламеля. Обитель Фламеля, я правильно услышал? Вроде бы, да. Однако фамилия, он заметный, и он, ну, проверил. Довольно полезная хреновина, этот ноутбук. Дом 51 по улице Монмаринса в Париже. Старинный дом алхимика какой-то. Алхимик, да? В принципе, подходит. Ситуация нормальная. Ну что, похоже, нужно ехать туда. Евротур? Так. Так, когда едем? Так, подожди, а у меня уже не активно это. А, во время разговора, наверное, не активно. Скоро да, только сначала еще хочу посмотреть несколько файлов. Soon. I still want to go through some files before. Alright, let me know and I'll book the flight. Дай мне знать, я... Так, наверное, забрать надо это, знак Ольштейна. Мне не нужно это... А, подбирать ему не нужно? А растение вам не надо? She's fine where she's at. Не буду его трогать. Ну и в жалюзях там точно ничего нет. No, I'd rather not open them more. Нет, я не хочу больше открывать их. Лучше никогда не предупреждай на Англии. Эй, Джо, так, зацени жалюзи. Чувак, наверное, думает, что это... давай просто подумаем. Поднимем стол, Винс. Ясно. Кто вообще пользуется? Ага, ну это... Наверное, больше ничего. Тогда едем. Уже в Европе. Приятель. It's off to Europe, buddy. Radical. Радикально. Yeah. Да, радикально. А, ну все, значит, мы здесь, наверное, завершили сразу. Вас нас в Европу отправили. Ну, неплохо так, значит. Глава 4. Париж. Довольно короткая была. Так. Рыболов на крючок, лестница. I stepped out of the downpour into Flamel's hutch just in time. We followed with some kind of meteorological insanity. Hurricane Herbert baffled weathermen and struck anywhere in the world without warning. That was far from my biggest concern, though. You see. During the long cab ride from the airport, I had taken some liberties with my walk dogs, what with the kind of march a gumshoe puts them through. Bumbled up in explaining to the obnoxious cabbie in my very approximate French that, no, I didn't want a detour to gawk the big old oil rig they planted downtown. Fate sucker punched me right in the gut. I left my shoes in the cab. Ха, он здесь, короче, рассказал, что... Ну, как с аэропорта, добирался туда-сюда, тут сильно дождь, он сюда заскочил, ехал, чтобы мне не докучать, так понимаю, и опять забыл свои туфли в такси. Вот и все, что здесь можно было. А, вот рыболовный крючок, лестница, портрет, флайер, звонок,
Так, портрет пожилой женщины, кухонный коридор, древняя надпись. Так, ну давайте, чтобы далеко не ходить, крючок. Ага, значит, ясно. Портрет. Давайте просканируем. Действительно прекрасное изображение Фламеля, мистер Ольштеф. А, наш. Ольштеф, а? Ольштеф, да, звучит приятно, знакомо. Что он там вообще пишет? Так, Париж, моя цель. А, здесь мы все сделали. Париж, моя цель где-то на верхних этажах гостиницы, но я не могу просто пойти туда. Наугад, мне нужно кто-то, кто покажет мне путь. Использование метки преследователя на паспорте Фламеля выявило. Так, предполагаемое имя, под которым Ольштейн скрывается здесь. Ольмстеф. Угу. Нужно поговорить на этот счет с консьержем. Сержем. Серж. Так, что это у нас? Однако может пригодиться. Угу. Так, что мы здесь еще? Так, портрет. Сможем. Ой, Серж, мы будем так счастливы здесь. Я теперь приготовлю... так, теперь приготовь мне ужин. Ну, ясно. No, thanks. Нет, she's спасибо, taken. Она занята. Мой муж, у меня есть Корнелия. Угу. Так, сейчас посмотрим, что здесь они все. Oh, wow. Ух ты, тут какие-то искажения и помехи, ничего не понятно. Нельзя ничего. That's the concierge's prerogative. Это, да, консьерж. Угу. Устройство связи. I don't think I'm getting any calls. Тут никаких сигналов не поступало. Да, блин. Мистер Ватсон, идите сюда. Я хочу увидеть вас. Так, ничего такого. Звонок. Ну, только древняя надпись. Что здесь интересного в этой надписи? Ясно. Это мне не знакомо. Ну ясно, там займайтесь. Давайте звонить тогда. Подожди. Тоже no. Нет резонанса. Good evening. Добрый вечер, месье. Меня зовут Серж, я здесь консьерж. Чем я могу помочь вам? Так, правильный адрес. Я вернусь позже, так. Зачем про погоду буду сейчас по полдня разговаривать? Хотя, может, это его как-то... Меня интересует апартаменты. Все уже сданы, месье, извините. Все? Ну, да. Да, все. Блин, час от часу не легче. Man, I can't catch a break. Так, Париж — это очень оживленный город. Что ты еще сказать? Что ты еще сказать? Я инспектор по настилу полов. Мои интересы носят научный характер. Давайте. Я пришел сантехнику проверить. Да вы шутите. В прошлом месяце же все проверяли. Она по-прежнему ужасна. Протекает и не поддается починке. О, это точно. Я инспектор по настилу полов. Пришел, чтобы заглянуть в определенные апартаменты насчет пола, разумеется. По поводу... Могу ли я увидеть ваши... Типа документы.
Ну, у нас все цифровое. Ну, тогда и ничего ты и не увидишь. Мои интересы носят научный характер. My interests are scientific in nature. I understand there's some historical significance. Я так понимаю, так обладать какой исторической значимостью. Никола Фламель, знаменитый алхимик, одно время жил здесь, на верхнем этаже. Могу ли я увидеть эти апартаменты? Боюсь, что нет, сэр. Как вы уже догадались, это в случае таинственной личности, заинтересованной в стабильности. Месье очень любопознательный. Угу. Знакомое вам имя Ольштеф. Мистер Серж. Does the name Olmstead ring a bell, Mr. Serge? I do not know я не who знаю, you кто вы are. И что вы ищете, но разве так заканчивается сейчас? У меня суп на плите. А, это должно быть да. Посмотреть. Типа, не хочет пока что-то разговаривать. И что нам здесь? Есть крючок, есть. It's a flyer what bears Flamel's mug. Это брошюра. It's also got a writ of his goings and doings. Reading that, there was a first-class ticket to Napsville. Population Z's. Так и заснуть. Ладно, ничего такого. Ты что-то там записал. А, это типа я нашел. Париж моя цель где-то. А, на верхний этаж мне теперь надо. Все что-то еще. Брюзга, однако, появляется. Стоит мне только позвонить колокольчик. Немного жестко, но при этом забавно. И что? Кухонный коридор. Чем с этой книгой не взаимодействует никак. О, вау! Ух ты, тут какие-то скажения. Ясно. Но не может быть. That's the concierge's prerogative. Это прерогатива консьержа. Так, ничего толком нет, да? Can't just blindly walk я не могу просто слепо идти туда. Нужно, чтобы кто-то... Ладно. Иди сюда опять. Возможно, здесь надо несколько раз говорить. Что-то он мне должен рассказать. Да? Мне кажется, мы с вами неудачно начали общение. Это не важно. Я не могу показать вам апартаменты. И это не обсуждается. Но это ради науки. Так, ваша сдержанность кажется мне подозрительной. I find your reticence suspicious. Моя сдержанность – плод верности и уважения. Угу. Это переоцененное понятие в вашем мире, где человек – человек-волк. Верности кому? Мистеру Ольштеву. Ваша любознательность становится утомительной. Мне есть чем заняться. Теперь, если вы меня извините, пожалуйста, пойду. Вообще не могу понять, что они хотят. Такие его. I'm not holding that around. Я не собираюсь это таскать. Не собираешься. Nah, it's hooked into the wall already. Так, он ничего там не написал, так. Наверное, еще раз. Вообще не знаю, блин. Интересно. Он что-то не договаривает, он каждый раз что-то новое. Ладно. Посмотрим. А, опять вы? Послушайте, месье, у меня же на плите и суп. Ой, наоборот. Я имею в виду, что я очень занятой человек. Суп?
Есть вещи поважнее, чем суп. Хотел бы быть откровенным. Отпускаю вас к вашему супу. Давайте откровенно. Ольштеф так послал меня. Да, это я просто... О, правда, я даже никогда не видел его рядом с кем-то еще. Ясно. А еще тем более отправить кого-то. Позвольте, я пока останусь подозрительным. Тот факт, что вы знаете его имя, не означает даже, что вы ему друг. Ясно. Так, вы излишне педантичны. You're being unnecessarily pedantic. No, нет, я просто осторожен, это большая разница. Так, у вас есть право на собственное мнение. А, вот, наверное, я пришел за вещью, которую оставил мистер Ольштов. Уверен, я могу вас убедить, что являюсь его официальным представителем. Ну, хорошо, я подыграю его. Давай-ка подумаем. Что-то, о чем знает только ли... А, хорошо. Не могу ли бы вы мне сказать, мистер... Мистер Хатиб, знаете, какие прозвища он дал мне? Если действительно он послал вас. Ну, типа, ему кличку эту... прозвище. Дылда? Чего-чего фамилия? Я не знаю, как его зовут. Дедуля? Грампс? Not by a long shot. Даже не близко. Серджио Леоне? Ничего подобного. Дылда? Стретч? Хе-хе, нет. Чего-чего, Фламел? Комнаты? Комнаты? Ох, вы не носили. Я сейчас не вспомню. I don't recall right now. I'm sure it'll come to me. Уверен, я вспомню. Почему я удивлен, что... Так, пока вроде ничего. Радио. Может, теперь что-то в книжке найти? That's a lot of book right there. Тут дофига книг. That's the concierge's prerogative. Это прерогатива. Здесь он не может ничего. Портрет пожилой. Вообще не могу понять, чего здесь он хочет. Нет? Same guy. Тот же мужик. Ясно. Ладно, еще раз его, что его за... О, но... Нет, неужели он ничем заняться, кроме как мучить меня, мистер Хитти? Мистер Китайп. Я просто в Париже один. Заскучал. Что у вас там за книга? Угу. Постепенно что-то все каждый раз. Можете, это наша демориальная гостиничная книга дома. А, я веду ее уже больше 30 лет. Я в таких типах пишу свои замечания и предложения. Да, вы должны быть детектив. Как я могу поделиться своими впечатлениями? Ну, не знаю, разве что вестибюль не называет... Ладно, я хотел бы написать свои впечатления. Боюсь, я не могу позволить вам сделать это лишь, но я буду рад записать все, что вы пожелаете. Ладно, кстати, у меня есть очень красивый перл. На самом деле, это авторучка, сделанная под пером. Is the feather real? Да, это же вполне настоящая перышко.
Он же ворон, прекрасный подарок, близко мне человека. Что мне написать? Я Дональд Хетип. Начнем. I, Donald R. Ketype. Yes. Да. Буду читать. По милости Божией. To the grace of God. Yes. Да. Так. Настоящим объявляю этот прекрасный вечер письменной истории. Hereby declare this this fine evening. Yes. Что в связи с так с обстоятельствами мои трудные были. А кое трудно было предсказать, чтобы будучи в состоянии. Так без моей. That in a state of solemn fascination. Господи, еще не все. Я только начал. Далеко не все. Oh, I've only just begun. Я только начал. Я гость из странных французских земель, да. И пишу незамедлительно донести до вашего. Известия. Вымытым дождем улицы Мегаполис. And as it shall be known forthwith. In the name of all that is sacred, is there more? Серж. For in these precipitous times, my efforts to abscond from the true nature of my incursion to the obscure and forbidden. Monsieur, you have to excuse me. Ah, we'll be right back. Так, что-то мы записали. Так, из-за стремления позаботиться о своей жене, о своих жене и супе Серж кое-что забыл. Кое-что это может дать ответ на некоторые вопросы. Это типа ручку, да? This is for you. Это для тебя. Попыт. О, Монсьер Амштейн. Ты там. Весьма... Амштейн, это прекрасно. Вы так добры. Он вот теперь. Так, Париж мой. Подожди, что-то. На некоторое. Угу. Так. Она опять звонит ему. Он его как-то там назвал, да. Может там. Мы его заколебем. Я думаю, будет догадаться, что это вы. Что на этот раз? Я помню, как... Так, я помню, как Ольмштеф назвал вас. I remember what Olmsted used to call you. It was Papillon. Papillon. A convert boy in the face of evidence. Я могу преклониться перед лицом доказательства. Вы поистине должно быть посланники его. Я дам вам ключ от апартамента, пожалуйста. Заверьте месье Ольштева мою вечную преданность. Я непременно делаю это. Ольштейн дает привет моего же. Так что вас так очаровало в Ольштеве. Кем бы вы описали Ольштева? What is it that endeared you so much, Mr. Serge? Его, что ж, странно, мне трудно дать на это четкий ответ. I
Я просто чувствую преданность ему. Странно. Наверное, это немного странно, но я старик. I'm an old man. Yeah, да, okay. Ладно. Ольмстин? Ольштейн? Я имел в виду Ольштейн, Штеф. Куплю. Спасибо, что доставили его сообщение. Доставили. Каким бы вы писали? О, очень-очень добрый и славный джентльмен. Likeable gentleman. Yeah, but what of his appearance? Да, но как вы, он выглядит? Выглядит? Забавно сейчас, как бы об этом заговорили. Так, я понял, что мне трудно так вспомнить в памяти его облик. Странно. Yes, да, наверное. Но я пожилой человек, и память у меня не так хороша, как прежде. Да, это все объясняет. Так, фламелевская штучка еще там. Штука? Месье Кетайп? Месье Кетайп? Да ладно, Сержи, я просто работал на элемент. Я правда ничего не знаю о том, что исследует месье Ольмстеф, да. It's complicated. Ну типа, ну все. Наверное, thanks, спасибо, Серж. I'll come to bother you я вас снова не беспокоил. Никакого беспокойства. Так, наконец-то мы... Так, он что-то там записал? А, он все повычеркивал, значит, мы все сделали. Да, нет. Древний шкаф. Странная пыль, странная пыль. Пентаграмма, Париж. Ясно. Здесь, короче, надо все этой пентаграммой проверять иногда. Все большую вертикальную вот так трещину видно, что там нет ничего. Not gonna pick any of this stuff. Я не собираюсь поднимать ничего из этого. Мало ли что это. Does. Мало ли что это. То что. Я Азовту. Я Ангаку. Я Зи Нибо. Окей. Ой, блин, надо было другое. Know this seeker. Напомню, books hold untold. Содержит... Order is capital. Порядок заглавен. Чего? Стой. А, оно исчезло. Так, подождите, что я написал. Пентаграмма моих небольших познаний. Оккультизме хватает. Так, чтобы знать о существовании ритуалов, ну это понятно, включающих произнесение определенных слов в каждом из слов плавящего знака. Где мне их искать? I don't know what to say. Не знаю, что сказать. Так, Париж. Огнеющие книги. Короче, ничего. Они больше никому не нужны. Они больше никому не нужны, ясно. В этих названиях есть что-то заглавное. Они же отражено во внутреннем. Так. Чего он там написал? Метка преследователя показала, что в книгах есть что-то заглавное. Ну, Париж это просто. Или нет?
сейчас узнаем. What a cacophony. Too many damned people. Короче, там это я понял, ничего, что сюда надо. These particular books эти конкретные книги, they seem to be in alphabetical order. Очевидно, они стоят. Должно быть сделать какой-то выбор. Обалденно. Они еще и на английском. Охренеть. Записал. Сохранившиеся в библиотеке книги должны быть связаны с пентаграммой. Каждый из них подчеркнуты первые 5 слов. Это не может быть совпадением. Метка преследования показала, что в книге есть что-то заглавное. Заглавное. Надо смотреть, что там за главное. Интересно. Вот здесь. Еще на английском вообще этот может хотя бы может что-нибудь написано почитать. Так, главное здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь буква И 6. 2 Е. Что название заглавное? Че он там говорил еще раз? Так, связаны пентаграммы. Так, кажется, из них первые 5 слов. Это не может быть совпадение. Так, определенных слов каждому из слов. Где мне их метка преследователя показала, что в книге есть кое-что. Так, метка преследователя заглавная. Заглавные какие-то слова будут. Возможно, только что заглавное здесь. Ну, наверное, в буквах и этих, наверное, что-то. Здесь одна слово раз, буква И. Здесь две буквы И. Два. Раз, два, три. Здесь три буквы И. Ага, ну здесь типа это И четвертая.
здесь типа В это пятое. Наверное, это первое слово. Это вторая книжка, наверное, второе. Если только по такому принципу, что-то. Это третья книжка. Дракон. Ну, это будет, наверное, четвертая. Раз, два, три, четыре. Ну, и это, видимо, пятая. Если здесь раз, два, три, четыре, пять. И что сейчас делать? Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Ну правильно, одна, две, наверное. Катус. I had chosen так, the book starting with an I, так, the first word in the sentence. I was onto something. И первое слово, так. Я выбрал слово, порядок которого предложение соответствует инициалам названия книги. Est. Est. Так, он ничего не списал. Драконий. Финем. Угу. Так, что там что кануло? Или ты? Ага, ты. А, это типа мы выполнили, ясно. Значит, что было правильно. Лестница Париж. В принципе, зачем крючок? Пойду бы ее. А, ну он полез. Ну, это лестница. Так. О, что мы здесь? Книжки шестые. Так. Перья здесь. Париж, мусор, контейнер, перья. Это черта. Давай. Ой, блин, ну оба. Я все забываю. На самом деле, чего это? Курвис. Курви. Курвинус. What? Что? Ломинус necessarium est. Контейнер, подожди. Метка так, преследователя гласит. Ну это там что-то. Я не великий знаток латинского, но думаю, мне нужно ламель, чтобы открыть контейнер. Подожди. There's no apparent latch or handle. Так, it looks firmly locked. Защелкни ручку. Нет очевидного способа открыть контейнер. Интересно, нужно ли мне здесь что-нибудь еще? Подожди, что здесь мусор? Мусор. Но здесь однозначно удаленно. Отголосков нет. Однозначно только что, ну, взаимодействует контейнер и перья. С перьями что-то. Перо он не берет перо, да? I don't really need him. А мусор ты тоже не возьмешь. No need for it. Это не нужно тебе. Так если крючок. No visible opening. Нет, видимо, отверстия, чтобы закинуть это внутрь. Just apply flamel. А, я заработала.
Интересный факт. Он что там приложил или куда-то в трубочку свернул? А, он... А, все, значит, правильно сделали. И что там? Так, посмотрим. Стратер. Ну, не знаю. Ладно, посмотрим, что тут написано. Интересно. Нужно немедленно сообщить Базу. Надеюсь, у него так ловит связь. Да? О, глава 5, Трансильвания. Так, Трансильвания. Not having phone signal or internet. Ни связи, ни интернета, кошмар. Rare occurrence like that helps us any. Так, sure, it took a lot to get from Bucharest to this Forum Maris place. More than crossing the ocean, I might add. It's this blasted storm that defies the laws of physics, popping in and out of nowhere all over the world. Did you hear the driver saying it was messing with the GPS? Wait, where'd that accent come from? This? Well, what are my ancient stomping grounds doing to me? Kitei, I think this is the real me. It never ends. Well, we're here. Charming town, your ancestral home. Короче, тут здесь так. Of course, understand my apprehension and distrust of this place. Самое главное, что being a black cat and everything. It isn't still the Middle Ages here, dummy. And as long as you're not excessively loud, people tend to not notice you can speak. Let's find peace. Right behind you. Ну, типа, ты, кошка, молчи. Угу. А то здесь люди все подслушивают. Ясненько. Так. Автобусный билет. Прошу, зачем? Это билет Бухареста. Приятный сувенирчик. Ясно. Что? Так. Местный житель. Привет. Да, мă, ни-mă la el ce palid, mă. Mă, ești bine, mă, frățioare? Ni-mă la el ce tras la față-i, mă, săracu? Că zici că n-o mâncat nimic de 3 zile. Tu l-ai, Sâlvie. Dar cum ai ajuns aici, mă? De unde-i, de unde-i fi, mă? De-a cui ești? Cu curat ai venit? Ni-mă și umblă cu mâța aia după el. Pai! Ni la el, mă, zici că-s de la Țârcuș. Mâță neagră, mă. Umblă după el, gândești că-i câine. Бата-те, норок. Ты долго будешь базарить? Have you seen a foreign girl around here lately? Ты видели здесь пост? Нет. Фетей строине аич. Ду-те, мэ, де аич, мэ. Ауз ла ел. Фетей треба. Окей. Any idea where I can look for her? Я могу ее поискать. Да-пай, ну, мэ, Дунезо, бунту гостиница. Штие. Да-пай, я дю се штю, мэ, копиле. Да-пай, вес ту. Thanks. Спасибо. Are you from around here? Местный? Да. I see. Понятно. Weird weather we're having. Странная погода у вас, кажется. Это точно. All right. Ладно, счастливо. Но бине, дорогу, тати. Ясно. У него одно слово. Барахло. Лампочка. Туристическая информация. Статуя. Плохая освещенная улочка. Повозка. Провод. Окно гостиницы. Ясно. И там еще. Барахло. Смотри, я действительно беру его. That's just swell, это просто buddy. Отлично, приятель. You better believe it. О, I do? Да. Fine. Good. Отлично, хорошо. Молодец. Так, лампочку может... А, лампочку, наверное, можно выкрутить. Горячо. Так. Мэрия. А ты можешь билетиком лампочку? This is not good это heat плохо. Protection. А, это плохо защищает от жары. Ясно. Но мне, я думаю, эта статуя не нужна. Мусор нам зачем? Ну, понадобится где-нибудь. Грустная маска. Good добрый вечер.
Замок. Нужно добраться до замка. Замок. Должен добраться до замка. Должен защитить замок. I'm afraid I can't help you with that, sir. Боюсь, я не смогу вам в этом помочь. Так, темная дверь, провод. Ну, давайте, может, уже эту главу, наверное, в следующий раз пройдем. Правда, их здесь, наверное, немного. Я надеюсь. Не особо должно быть много. Так что на этом, наверное, завершимся. И уже в следующий раз пройдем полностью. Ну, здесь просто как начнешь сейчас какой-нибудь разговор, и потянется, и надо будет очень долго. А мы уже в следующий раз начнем и пройдем ее как положено. Ну, всем спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все, всем спасибо, всем пока.